это Люсинского Зеркова. Я называю современных, кстати, к сожалению, все они на том свете, Царство Небесное, один из тройки самых уникальных, самых выдающихся садоводов современности. Вот. Перед вами, это вот Зеркова. Обида страшная, если бы он был бы жив. Вот. Дело в чем. Случилось следующее. У нас наконец в стране, именно то, что относится даже к биологии, почему? Расшифровано очередные характеристики, значит, ДНК. Вы только не бойтесь, это ничего мы проходить не будем сейчас. И дальше только о деле. Почему я должен упомянуть? Память о выдающемся садоводе. Поняли? Я не имею права. А вот для вас это все 5 минут потерпеть. Тем, кому не интересно. Друзья, среди нас я не самый умный и самый главный, не самый грамотный. Вот. В нашей команде присутствуют десятки, вы поверите, нет? Десятки людей с сельхозобразованием, с дипломами, многие из них с красными дипломами. Вот так вот. Это для них. А те, кому ну, просто неинтересно, бывает. Мне бы только прием, вот я рассказал про этот прием. Теперь вы же не будете это поливать под корень. Вот. Вы будете вот так поливать, потому что я избавился от страха. А здесь другое. Итак, назначили нового будущего гения. Раз про него сам премьер-министр Мишустин рассказал, значит все, он обречен. Вот. Ну, теперь быстрый путь. Я такой путь мечтал бы, чтобы прошла Савельич Александровна. Потому что это как раз такого же уровня дама. Я посмотрел, кем она была до меня и как она развивалась. И главное, что проекты проходила не в институте, там, в университете, там все равно ничего не научат этому. А одна теория без практики ничего. И вдруг появился новый человек. Вот. Я про него потом сниму отдельный фильм. Со всем уважением к нему. Но так получилось, что то, что мы уже давно знали и делали, так, это не было... Вот понимаете, ну ладно, Дарвин. Вот скажите мне, чего Дарвин это самое... Он превозносил как новое направление науки. Это ретерминализацию, ну, наши привычки. Так, это ладно. Это было давно, мы ничего про него не знаем. Он только сказал «за». А он гений. А гений разве может так ошибаться? Мичурин Лысенко. Ах, вы против этой самой... Заметьте, вы против, значит, генетики? Никитин взял и отменил генетику. Понимаете, своими работами. Но дело-то в том, что мы отменили ее раньше. Начал Мичурин. Поддержал Лысенко. Мичурин это такой народный академик, или, как говорится, из простых. Лысенко стал простой агроном, стал президентом Академии наук, да? Ну, Горяев это особо личность, это непризнанный гений. Вот, даже не знаю, жив он или нет, так получилось. Я вот часто Латинков вспоминал. И вот остались Латинков и Железов. Так? Вот. Значит, почему я говорю? Потому что... Ой, сказать, вы знаете, для чего просто все это? Выступает диктор и говорит, а у Никитин наш гений, он взял, закрылся на 9 лет, и это самое, ну такой отшельник, это со временем, это просто удивительно, я почему его уважаю и преклоняюсь перед ним. А потом бах, выдал. Кто из нас не знал, что это самое, генетика это железобетонная конструкция? И вот это слово железобетона, которое я повторял 20 лет, что это неправильно, неправда, вдруг прозвучало именно вот это. Слово прозвучало у одного из дикторов, который сказал, да у нас свой гений. Вот. И вот это вот, видимо, Никитин это и цитировал. Смотрите. Ой. Все. Хочу, чтобы вы остались на данный момент просто поняли. Но это проще пареной репы. Понимаете? Ну, я боюсь испортить вебинар. Латинков. Полное подтверждение того, что блужающие гены-транспозоны
Волноправда, в течение десятков поколений, сейчас в процессе деления размножения полностью входит в структуру ДНК. Ну, я же железо, я же могу сказать, почти полностью, часто входят. Почему? Не все случаи удачные. Вот. Ну, сгоряча наш гений Лутенков сказал, что полностью входят. Ну, бывает. Но дело-то в том, что до Никитина мы все это знали, а теперь внимание. Вот это вот, я просто что хочу. Все успокоится, закончится вебинар, получите свои эти, как их называются, ссылки, и уже не спеша, вот это я написал, вот, это я цитирую Википедию, чтобы вам полегче было разобраться. Последствия ДНК, которые могут перемещаться, вот, ну и так далее. Дело в том, что вот это вот все надо будет отдельно тем, кто это интересно. Ведь вы поймите, кто такой Лутенко. Сказать, вы хоть знаете, что за этот самый почетный металлург? Почетный металлург. И когда меня поборте, что я железометаллург, получал от все эти мерзавки, они должны были говорить железо и Лутенко. Это что, это же оба металлурги, а? И вот тогда вот это все надо будет изучить. Почему оппонент Латенкова уникальной грамотности женщина. Ученая 100%, а мы про нее ничего не знаем. Самородки, это он пишет, самородки типа железа в расчет не берутся. Это так, слово. Вот. Ой. И это он с ней спорит. Мое же видение такое, 70 лет назад, и сегодня, пока не поздно, надо развивать направление детерминализации, направление железа, уникального самородка. То есть, я про него, что он уникальный самородок, он про меня. Мы не обижаемся друг на друга. Мы, правда, оба уникальны. И вот это вот. Потом, пожалуйста, прочтите. Черный текст – это та дама. Вот. Умная, грамотнейшая. Я читал с таким удовольствием. Запоем читал. Ведь есть же ученые, а она оппонент. Но и то, что она говорит против, это не значит, что, как сказать-то, у нее есть для этого все основания. Расхимеривание происходит? Происходит. Но она не знает, что мы уже прошли этот путь, и у нас расхимеривание не происходит. А? Второе поколение, третье, четвертое. Схерали, ой, слово расхимеривание уже не происходит. Она этого не знала. Вот. Практические наработки, т.т.т. Вот. Железо, 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 броски, железо. Вот. Ну, Мишустин, ни Латинкова, ни меня не вспомнит никогда. Знаете почему? Мы еще не раз к этому вернемся. И вот это все без личности, без обид. Это два человека, которые уважают друг друга. Почему? У Латинкова уникальный сад. Он весь состоит из этих, чуть не сказал химер, бывший химер, он весь состоит из вегетативных гибридов. Пока там ученый нашелся один, я почему и преклоняюсь перед Никитиным, перед молодым человеком? Да потому что это чудо, что он проскочил. Уже в стране назрело желание, сколько можно, ведь эти десятки, сотни Нобелевских премий, и все мимо нас. Железову нельзя дать, Лутенкову нельзя дать. Лутенкову опоздали дать. Почему? Рылом не вышли, а он все-таки ученый. А его взяли, вот, ну как получилось? Сейчас скажу как. Сейчас вот это закончу. Вот. Вот здесь это заканчивается. Вот здесь вот. Вот и все. Значит, как получается? Значит, ничего на данный момент больше сказать невозможно. Значит, захотят ученые, закопают этого талантливого, гениального, молодого биолога. Может, Мишустин не даст закопать.
Но дело в том, что можно сколько угодно говорить о том, что вокруг ДНК, ну еще пару минут, вокруг ДНК плавают кусочки ДНК, которые команда всегда этих самых генетиков десятки, сотни лет считала мусором. Понимаете? Она считала мусором. А вот эти вот в два раза больше, чем их родители. Почему? И главное, готовые результаты. Вы представляете, как это здорово. Вот. Еще раз. А вдруг? А так хочется, чтобы докричаться. Ой, ребята, как хочется, чтобы докричаться. Ведь это же будущее нашей страны. Ведь тут же дать команду и все институты, университеты, понимаете, то есть научные исследовательские институты, и еще вузы, которые готовят кадры, сразу объявили вот это вот. Вегетативная гибридизация будущего. Это новый, не новый, он старый, ну, путь, который просто-напросто замалчивали. Вот. Подвергали травле всех, начиная с Мичурина. Вы думаете, его не подвергали травле? Вот. Просто в стране нужны были гении. Он оказался востребован. Так вот, смотрите, еще раз. Еще раз, еще раз, еще раз. Как это могло быть, что вот это все, все, ну, я не беру там, допустим, маньчжурский орех, я беру только абрикосы, я беру сливы, так, все абрикосы, большая часть слив, некоторые груши и так далее, вот, ну, главное, абрикосы и персики. Это все вегетативные, вот они, гибриды, ну, ну вот они, гражданин Мишустин, уважаемый господином не берусь, я по старинке, для меня он товарищ. Почему? Мишустин из тех же времен советских, когда мы товарищи наблюдали. Товарищ Мишустин, дорогой, вот они, вот они, вот они. Если взять вот это самое, Никитин Железов и покойный Латинков, вот, еще можно добавить еще этого самого Боднара, еще Бродского. Это и есть наше будущее, заметьте. Царство Небесное назвал три фамилии на том свете. Какие три? Четыре фамилии на том свете. Но это наше будущее, а? Вот они, вегетативные гибриды, вот они. Они не повторяются, понимаете? Они не повторяются, вы их не найдете никогда, ни в одном научном институте. Чтобы тыкать железом носом и говорить, да вы все с института достали. Покажите хоть один. Я щеканику фирменного ставлю, тот, кто мне в институте покажет. Ну, исключение может быть только это. В Челябинске там от меня две организации рожили с черенками. Одна черенками, а другая этими косточками. Вот это было. Вот так. Высказался. Это мой шанс. Еще один выстрел. В холостую, понятно. Куда деваться? Давайте теперь, может быть, дальше пойдем обычным путем. Вот. Ну, вы за меня можете тоже поболеть, сказать. Да мы не обидели, что тут целых 15 минут мы говорили об этом. Вот. Может быть, то, что не относится к прямой учебе. А давайте прямая учеба сейчас будет. Ой, царство тебе небесное, Юрий Алексеевич. Ушел из этой жизни. Металлург, я всегда поражался. Как так? Оба пришли к одному и тому же, не сговариваясь. Как так? Ну это значит, что это. Ну, с ума поодиночке ходит. Так. Ну, рядом халтуры много. Любите сочные бархатные персики. Вот, дальше с умным видом. Перестаете бояться, но выдержат. Дальше идет 40-42 персик, чистая ложь. Помните, я почему еще раз показываю? Вот теперь не отстает от меня этот сайт. Включаю компьютер сайт, включаю этот сайт, и наконец, вот он. Персик Уралис, минут 42, и фотография, которая присвоена, ну, допустим, кто-то ее сделал, не я.
Допустим, один кто-то, допустим, разместил на своем сайте, а 99 эту фотографию присвоили. Это значит, мошенничество не мошенничество, но обман людей, как все назвать? Если из людей деньги вытягивают, 42 минус. Видели, нет? Видели? Вот. Так вот, это конкретный уральский сайт, это конкретный уральский, якобы у него есть телефоны, у него есть адрес, у него есть все. То есть получается, что это не на пустом месте, где-то растут, не растут, а предлагается на продажу персики, которые выдерживают минус 42. Значит, я Железов, которого говорят, ты не генетик, я вам говорю, на всей планете, включая моих, нет ни одного персика, который выдержит 42. Обратите внимание, тот, кто рассчитан на дураков, не на дураков, а на мало грамотных людей. Почему? Вы не увидите, на что он привит. Это значит, что он из косточки. Да? И он может выдержать. У меня Хасанский прославился до минус 40 только потому, что он привит у меня на это. На мазурские абрикосы, на китайскую сливу, то это дало лишних 10, 5-10 градусов. Не скрываю этого. А здесь что? Где косточка где-то? Откуда? А, уральцы. И заметьте, я не стал эту самую. Захотите, наберите персик уральцы, и вы уральцы, и вы увидите несколько сайтов, которые вам предложат купить. Ни одного честного не будет, потому что уральцы высосаны из пальца. Вот смотрим дальше. Думаете, зря я разместил вот это рекламу, минус 42, и вот это письмо. 8 часов назад. Я Беркам показывал его. Прошлой неделе на Южном Урале, по некоторым районам Башкирии, шибанул мороз. Люди хвастались фотографиями градусников, на которых было минус 50. Вот эти срезы на кольцо. Это не я, это не мое письмо. Вот эти срезы на кольцо, которые за сезон-то не заживают что-то. Как они там после минус 50? Умный человек писал. Конечно, направление это о том, что обрезка на кольцо смертельная, опасная, это самое, и ее нельзя никогда делать, это придумал я. И воевал я вот с этими, кандидатом наук. И еще с полсотни таких случаев. Так вот, кто-то из наших написал, кора и камни защищают от резкого перепада температур древесину. Это ж я в научной литературе читал, не сам придумал. А она-то читала, когда отрезается, что кора и камень отрезается, остается голая рана. Дальше, когда я ее критиковал, это же это реакция на мою, на тот вебинар. Что там было, вспоминаю? Комментарий, вот комментарий умного человека. Итак, как вот нам можно слушать советы этой ведущей из Беларуси? Симпатичная девушка, говорит с таким умным видом. Господи, ёбы, это вот из-за таких-то и получается, что поневоле доверие это внушает. Вот если бы она со мной это говорила, например, достать из кармана кошелек и отдайте мне, отдал бы, вот есть такие, если она говорит, это надо обязательно сделать, вот тут такой 2 миллиметра, а сама больше сантиметра нарисовала и получила страшную незаживающую никодрану, которая даже не будет обволакиваться. Она не понимает этого. Почему? Это надо собой отпилить и вырастить. Или хотя бы как я. Привет, Курнева Николай Иванович, выпишем книгу. Я говорю, нельзя, Сибирь, нельзя. Идем искать. Это ж какой дотошностью надо обладать в то время, еще не начался так называемый то, что я потом назвал, самодельное мое название, я самопровозглашенное, бактериологический рак. Рак это так, для густеть краски. А то, что он это самое, бактериологическое слово бактерия, только потому и смертельный, что другого объяснения нет. Да, не заживали раны, но дерево продолжало жить, потому что у них есть свой запас прочности.
Вот. А потом, когда докладка вышла, эти страшные раны плюс бактериологический рак, сотни тысяч деревьев за первые 2 года. Это страшно было. Видел я один, я ездил по дорогам. Я ездил Большой Карак, Малый Карак, Айдай, Горная улица, Майны. Я пересек Майну сверху, снизу, пока едешь вдоль по этой, как она называется-то, означено, пока едешь там, где большинство садов, пока едешь по пригородам, пока едешь там, пока проезжаешь Сизую, стоят 10, 20, 30 лет эти деревья. Все мертвые, все вот так вот, а ведь гордились, а ведь стояли сотни, сотни ведер. Вот едут туристы, да, и выбирают. Стоят тут 3 ведра, там 5 ведер, там 10 ведер. Возле Черемушек там вообще целый базар стоял. А сейчас что там осталось-то? Вот. Вот это был я вот таким вот специалистом. А вот этот человек, он молодец. Он написал. Я не знал, что он из Беларуси. Как он догадался? Видимо, докопался. Белоруссия – это та страна, куда я пытаюсь им помочь, которая живет на привозных саженцах из Польши, так, у которой я там выделил тогда 5 ведущих, подчеркиваю, питомников. Во всех этих питомниках были одни и те же фотографии, то есть они тоже были украдены, так, ну, либо покрасивее было. И естественно, что это было не их, и у меня лопнуло терпение, и я отправил батьке Лукашенко все, что у меня было. Книги, подпись Лукашенко, т.т.т. Вот. 20 дисков, значит, статьи. Ой, что там только не было. И эти фильмы. Я их назвал избранные фильмы. Где вся вот эта технология, какая должна быть, и получила ответ. А они спустили. Вы знаете, я должен гордиться. У президента Путина сейчас книга в его личной библиотеке. Я же его первым выслал. Правда, получил отлуп от его этих, ну, специалистов. А здесь я надеялся, здесь хотя бы ответили, похвалили, погладили по меня по головке, сказали, что в моей книге цены нет, что она для дальщика, а у нас мы не имеем права отказаться, резать, это наш регламент. Я так хотел, чтобы не сам был Лукашенко, он лезет везде и всюду. Вот. Это да, и причем с самых лучших побуждений. Вот. Но все равно даже 10 миллионов каждого вот они это самое. Не проверишь, кто чем занят. Даже министр, вот мне замминистра написал, ваша технология не для нас. А вот эта технология получается для них. И я вам скажу, вот, это я разговорился, я должен был уже давно вниз проскочить, еще там на час. Нет. Вот это сейчас. Позавчера в Финляндии одна из моих любимых сторонниц, я ее очень люблю, Даша Людмила, так, она живет в Финляндии постоянно, которой мы общались, благодаря которой я сделал несколько фильмов, я показал, что они такие же серьезнейшие питомники, делают такие же дебильные саженцы с метровым штамбом, искалеченным, как и наши. Вот, это было. И вот их расплата пришла. А они в себя, а нам привозят по 8 тысяч питерцам. А питерцы не бедные люди. Есть ахфинские. А сорта, кстати, там даже мелькали знакомые нам названия сортов. Русские, да. Только я забыл, какие. Я это все подчеркивал. И способы у них были разные. Я все это вам рассказывал. Где эти сейчас найти эти фильмы? Среди 4 с лишним тысяч. Так вот, 42. Вот она расплата. А ведь там Гольфстрим, а это не должно быть 42. А Швеция, 42. Финские сады я видел, спасибо Людмиле. Но я не видел шведские сады, а там вообще, хоть они есть. А если есть такие же изуродованные, а Белоруссия далеко, вот давайте здраво. Беларусь это Прибалтика. Так? Финляндия, Прибалтика. Далеко это друг от друга. А если после вот ее вот эти самые умным видом нарисован смертельный прием,
до минус 42, а если у них будет минус 42, всегда будет в раю жить. И вот что она записала. Самое страшное, что она не ведает, что творит. Зарубцу, это ее слова, зарубцуется очень короткие сроки. А если при этом замазать садовой краской, что такое садовая краска? Добавление фунгицидов, то здоровое рубцевание обеспечено. Чистое, стопроцентное вранье, абсолютно неграмотного человека, который сама ни одну рану не, наверное, не сделала. И слава богу, если у нее сад, и слава богу, если она его не калечила. Вот. И вот я написал. Вот после вот эти письма, видите? Про минус 50, значит, Юрал и минус 42 Прибалтика. Это что, шутки, что ли? Так, и вот тут я не выдержал. Мой брат Юрий, ну, кстати, выпускник сельхозвуза, смеяться будете. Я еще 5 лет назад знал, что он выпускник. Да, умный, толковый, грамотный механик, электрик, то, что он сельхозвуз закончил. Вот. А как его, с каким презрением его, меня, ну я-то ладно, кто я, металлург, что с меня взять? Вот. Сын мой агроном, сельхозвуз закончил мой брат. Вот. И вот он мой брат. А досталось нам всем. С каким презрением? Я потом как-нибудь покажу или отдельно. Давно не показывал. А успокоиться не могу. Знаете почему? После всего, что было. После того, когда я сделал специальные фильмы. Специальные. Где вот это все выставил на показ. В том числе и дурь. Вот такую, как на, вот сейчас вы видите. Вот. Все это выставил на показ. Должны были извиниться. Вот. Смотрим сюда. Присылает брат очередной ролик. Вот, прокомментирую. Вот это я взял крупный план. Вы видите одну раду страшную слева, вы видите вторую раду страшную справа. Ну и тут еще мелкие рады. Посмотрите, во что превратили дерево. Второе дерево. Человек взялся, их было много, а он сказал, несколько десятков. Знаете, что он с ними сделал? И все это решил показать, всю эту дурь всей России. Ну, десяткам тысяч. Вот. Итак, он взял острым ножом. Ну, был еще там у него, кроме ножа. Ну, сами знаете, что такое острое. Вот. Хорошо знает плотники, столеры, когда вот так вот делают. Так вот, содрал не только кору, она, естественно, была, ну, сами видите. И она обречена, само собой. Ведь ее тем более трогать нельзя. А вдруг бы еще пожила. Вот. И камбий содрал. И вот человек взялся нас учить, а он не знает роль камбия. Вот если камбия нет, то мы имеем уже действительно дрова. Вот еще стоит, но уже дрова. Вот и дальше. Дальше, а я думаю, а какого хрена ты вот этого нас учишь? А у тебя популярный сайт, для чего ты это сделал? Да чтобы не просто купили, а у тебя купили. Я вам еще буду показывать такие, это же прям проклятие какое-то. Колечко, колечко, и чтоб купили, и потом сейчас смеяться будет. Купили? Поможет? Хоть один поверит вот этому человеку? Ведь быта узкий круг. Дай бог через месяц 500 человек увидит. Всего-то за всю Россию. Идем дальше. Дальше он показывает, что? Он показывает, что у него действительно растет десятки. Из колечек, как он написал, сказал, до половину сухих деревьев. То есть половина веток на каждом сухие. Сейчас я должен... Сейчас прошел. Прошел. Я за горячего водителя. Извините, иначе не могу. Присыхает рот, когда нос не дышит. Это я оправдываюсь перед вами.
Сейчас держите за стулья. Мы с вами еще и, как бы сказать, коммерсантами должны быть. Особенно, когда нам что-нибудь навязывают. Посмотрели, и так все деревья наполовину сухие. Его слова. Дальше. Некоторые деревья были настолько изувечены, что вот взяв острый предмет, тут он не показывал, чем он это делал. Но это уже чуть ли не стамеска. Вот давайте гадать. Рубанок, фуганок, да? Это умудриться вообще все живое. А что я смеюсь? Это так горе. Я только взял и написал. Не кочегары мы, не плотники. Вот. Вот это. Вот он плотник. Вот его работа. Может быть, у него правда профессия плотник? Вот это не все. Еще одно дерево ободрал. Но это надо очень раньше показать. Почему? Рядом лежит распылитель. Видите? Вот. Для чего тут лежит? А вот тот самый это. Вот. Это чтобы показать вам. Вы сами не догадаетесь. Разведете бедный купорос. И опрыскайте. И вот демонстративно положил рядом опрыскатель. А полностью уничтожен камень, уничтожена кора. Полностью, заметьте. Идем дальше. Это не все. Вступает действие живица. Вот. А теперь давайте смотреть. Я прицепился к его словам. Вот к это. Смотрите. Вот это вот. Он закончил замазывать. Сделал пальцем вот так. Вот какой я молодец. Вот. Он потратил на вот это, видите? Причем у него на этом закончилось 4 тюбика. 4. Знаете, как раньше писали? Цифра 4, а в скобках буквами 4. Это чтоб ошибки не было. На весь его не хватило. 4. Что он сказал? Надо еще купить. Тогда я взял, пригляделся к его. Итак, видите, внимательно. Пригляделись? Ведь купить-то надо у него. Вот ну, что бы он сказал, купить жерельце. Зачем ты это показал? И тогда я залез в интернет. Бальзам жерельце. Цены в магазинах 654 рубля. Замазывая это, он потратил 4 по 650. Итого это получилось. 650 на 4. Умножьте сами. И еще он сказал, не хватило. На одно, а у него несколько десятков. И ведь есть люди, которые умеют убеждать. Вот знаете, как бывает? Помните, сколько раз бывает, когда человек говорит, ля-ля-ля-ля-ля-ля, а потом, ой, зачем я подписал кредит? Ой, мне не надо, что вам? Поздно. Твои деньги уже у другого. Вот так вот. Так и много чего такого. Одна моя знакомая, встретив, люди, кто что-нибудь вспомнит, человека цыганской наружности, поговорила, узнала свою судьбу, зашла домой, собрала золото, деньги и вещи. И вынесла, отдала этой даме цыганской наружности. Вот. Как это могло быть? Так вот, таких специалистов полно и в интернете. Они же заработать должны. Вот. Он сказал, 4 штуки потратил, не хватило. Допустим, бы на один хватило 5. 5 у 6, это там где-то получается 3000 чем-то. На 10 деревьев 30 тысяч. И ведь знаете что? И ведь человек, у которого все-таки какие-то завалялись рубли, тысячи, вот покупается на это. Он может не купит 20-30, чтобы весь сад изуродовать, а потом замазать. Допустим, не купится. Допустим. Несколько тюбик обязательно купит. Вот это и есть то самое. Вот, лучше сюда не глядеть. Теперь я вам показываю, что ты будешь делать. Еще минутку, ребята. Уж простите меня.
А теперь представьте себе, что я колечу деревья, и это же жир. И как я могу рассказать? Вот. Ну, не как цыганка, но я вас убедил, что 10 тюбиков купить. Уже получается 3 за 5, за 6. Убедил бы точно. Так вот, это фотография своего сада. Вот эти рады, на которых нет искусственных ран, то есть сюда не подходили спилкой, не подходили это самое, я уж не говорю про стамеску или еще что-то, не подходили секатором. Вот эти раны заживают сами. Вот да, вот так вот они растут. Здесь плохо видно. Ниже раны пошло от петли вот это вот второе дерево. Это я называю вторая молодость, вторая жизнь дерева. Это у меня черешня. Рано или поздно она помрет, пока не собирается. Фотографии это примерно 10 лет. Дерево живо. Я почему и выбрал? Я вас никогда не обманываю. Я себе сказал, что 10 лет назад она была в таком виде и должна была умереть. Ее ждала вот такая судьба. Ну, вы представляете? Вот такая судьба ждала. Вот все, стешим, и теперь оно будет расти. Я вот этого не понимаю, вот этого человека. Вот. Я согласен, ну надо заработать. Ну, такой ценой, с такими советами смертельными. А вот смотрите дальше. 10 лет прошло, жила. Потом отдельно кто-то скажет, а вы докажите, что 10 лет назад. Я вам докажу. У меня все эти самые, задокументированы все эти, как называют. Все фотографии имеют как бы документы. Так вот, смотрите, вторая фотография поярче. Видите? Это другая моя черешня. Она тоже жива. Тоже. Посмотрите, какой страшный у нее вид. Казалось бы, обречена. Нет. Плодоносит. Ой, надо было вам фотографию показать. Она вся в цветочных почках. Ладно. Кто не верит, то не верьте. Значит, это все пропитано смолой. Вот это, вот, смотрите, я специально подобрал. Вот это вот живица. Она действительно, если она не какая-нибудь подпольная, поддельная, если действительно делалась живица из этих самых, из комеди, есть такое слово, комед. Живица – это народное слово. А формальное слово научное – это комедь. Так вот, оно признано, вот это слово комедь. Это одна из страшнейших заблуждений, почему я обязан выступать, потому что никому наберете комедию и увидите, что это болезнь, что от нее надо избавиться. И вот так вот и избавляется, вот так вот. Вот так вот избавляется, вы понимаете? И придумали живицу, чтобы искалечив дерево, платить деньги и пользоваться. Вот она живица, ребята, это важнейшее, вот все, особенно молодежи, кто это видит, то поймет, не подходить к дереву, не сметь, не трогать, никаких стамесок, никаких этих самых. Вот. Вот это дерево вылечило себя само. Оно плодоносит сегодня, сейчас. В смысле, оно покрыто цветочными почками. Я не говорю, что оно здоровое. Ей 50 лет не прожить, это Сибирь. А это черешня. Но это неприкосновенно. Поняли? И тогда вот эта вот дурь не нужна будет. И тратить 10 тюбиков за 5-6 тысяч тоже не надо. Вот это. Только ради этого стоило, вот ради этих нескольких 2 минут, ради одной этой фотографии стоило жить. Потому что вся ненависть как к деревьям, которые считаются больные, несчастные, когда они уже себя залечили, вот как это, и продолжают плодоситься, как ни в чем не бывало. Так, ну что мне делать-то? Прерывать вебинар не хотелось бы. Не хотелось бы. И бегать тоже не хотелось бы. Да. Ладно. Еще меня простите на минутку.
Друзья мои, сотни постулатов, сотни, и все они полностью противоречат тому, что вас учили, чему учат в университетах, что удивительно. И я говорю, студенты, которые заканчивают сейчас вузы, никогда не вырастят в сады. Вот, их учат уничтожать сады, я не шучу. Вот, где выпускницы нас научили. Вот, когда мой брат заступился за дерево, приказано было отрезать 4 боковые такие ветки, а это 80% уничтожить кроны. 80% уничтожить кроны, 4 ветки. У 7-летней груши, которая вступила, уже были на ней цветочные почки, а хозяйка пожаловала, что она не плодоносная. На ней уже были цветочные почки. То есть зачем подходить? Вот. И получилось так. Я тогда схватился за голову, потому что тут было так. Дело не только в том, что замечание моего брата Железова Юрия Владимировича, выпускника этой самой сельхозвуза, да, не принято было, но лучше посоветовал, не трожьте их, да. Это было принято с такой злобой. Это было страшно. И все это есть. Все это же было не публично. Так вот, смотрите дальше. Курдюмов тоже. Выпустить Тимирязевки. Когда мы книгу писали, я не знал, что он выпустит Тимирязевки. А потом бах, а он говорит, а он тоже. Ё-моё, а чё же он тогда это самое, со мной дружит? Постулат Железова. Предельный урожай только за счет сокращения срока жизни. Но помните, когда вас сотни раз, это я видел несколько сотен раз, вот, потому что я живу в этом мире, добра и зла, зла больше. Вот. Обязательно ежегодные обрезки, которые, благодаря которой будет в дерево больше здоровое, и продолжительность жизни увеличится. Что вы творите, а? Вам бы руки, ноги подрезать, уши и эти самые. Чуть не сказал еще одно слово, да, букву «я». Вот. Вы что, совсем охерелись? Что вы это людям-то? Зачем? За что? Продать этот флакончик живицы? Вот. А почему было про нас написано, что вы заключили пакт о ненападении? Да, я его не критикую, он меня тоже. Вот. Мы делали проще. Вот на юге я на севере. Вот. Там показывают мне фотографию. Огромное дерево. Такие плоды. Без обрезки никуда. Вот. Ну, я свою лепту внесу тоже. Обрезка рознь. Есть обрезка коммерческая. С вас возьмут за такое дерево, которое мне Курдюмов показывал, 5000 рублей. Все излазит, где-то сотни веток. Причем любых, потому что там уже все равно, потому что он все равно, хозяин не понимает, что его дурят. Когда залазят по лестнице, с той ветки, и до 5000 рублей веток режут. Причем уже все подряд. Вот. Лишь бы только показать, что он что-то делает. А мы сходим по-другому. Обрезка на положение, это чик. Покажу.